Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Зинаида Васильевна, я в магазин зайду, у Алёши хлопья для каши закончились. А почему ты Свете не сказала? Она бы купила. Да, я как-то не подумала. Но это ничего, я сейчас быстро. Я сама схожу. Незачем ребенка по магазинам таскать. Спасибо. Антон, сынок, я в магазин зашла, она ребенка украла. Спасибо. Наши дети хорошо смотрятся вместе, да, Клавдия? Да, они очень красивая пара. Я люблю тебя больше жизни. И я тебя больше жизни. Мы всегда будем вместе, что бы ни случилось, да? Да. И я все сделаю, чтобы ты была счастлива. Обещаешь? Обещаю. Она, конечно, хорошенькая, но ничего особенного, обычная училка. А он из такой семьи, свой бизнес, дом. Ну, вообще, Антон красавчик. Угу. Просто интересно, вот где он ее нашел? На улице? В смысле? Серьезно? Да. Они случайно познакомились полгода назад, и вот, свадьба. Везет же некоторым. Еще неизвестно, кому больше повезло. Знаешь, когда мы с твоим отцом еще только создавали нашу компанию, он мечтал о том, что ты вырастешь и продолжишь его дело. А потом передашь его своим детям, внукам. И вот сегодня я вижу, что его мечта сбывается. Спасибо. Спасибо, Николай Александрович. Да, мне папа очень не хватает. И я бы все отдал для того, чтобы он сейчас был здесь. Вашей дочери теперь будет совсем другая жизнь. Она ни в чем не будет нуждаться. Спасибо. Для Алены это не главное. Она у меня всегда работала. Даже с первого курса. И всегда полагалась только на себя. И она любит Антона. Все остальное не важно.
Это просто невероятно вкусно. Правда, прям, ну, тает во рту. Спасибо. Угу. Я рада, что тебе нравится. Очень. Что-то я волнуюсь, сама не пойму, почему. Может быть, по мне не видно, но я тоже очень волнуюсь. Все-таки месяц сына не видела. И я с Аленой так надолго никогда не расставалась. Я даже щенка завела. Да? Ну, чтобы не было так одиноко. Кай. Такой шкодный, грызет все. Да. Я именно поэтому собаку и не завожу. Ты же видишь, какой дом Петр построил. Столько денег сюда вложил. Души. Щенок здесь все испортит. Так, они в гостиной. Да, понимаю. Ну что, обрадуем их? Антон, я тут подумала, может, не будем пока говорить, а? Вдруг тест ошибочный. Вот когда подтвердится, тогда и скажем. Да все подтвердится. Я уверен. И не спорь со мной. Как же хорошо дома. Чуть не забыл. Да, вам, Клавдия Ивановна. Это тебе, мама. Это Алена выбирала. Какой красивый, спасибо большое. Спасибо. Ну, все-таки, как вы отдохнули, расскажи. Замечательно. Я в таких местах раньше никогда не была. Огромнейшая, красивейшая вилла на берегу моря. И никого вокруг. Только мы вдвоем, как на необитаемом острове. Ну, не считая прислуги, конечно. А какие там закаты? Я вообще не думала, что такое бывает. Ну, это все не так важно. По сравнению с главной новостью. Да, Аленушка? Так. Да, солнышко. Давай. Ну. Ну? Мы. У нас... будет ребенок. Дочь. Мам, ну ты что, не рада? Ты будешь бабушкой. Ну что ты, рада? Я рада, сынок. Какое счастье! Мамочка, ты чего теперь? Нельзя так волноваться. Нет. Я вообще не понимаю, зачем тебе работать. Особенно сейчас. Антон. Я тебе говорила, что хочу работать дальше. Что я с детства мечтала стать учительницей. И не представляю себя без своих учеников. Ты больше не будешь работать. Это решено. Что значит решено? Прости. Просто я волнуюсь. Ну, правда. А сегодня УЗИ. Да. После работы я сразу поеду в клинику. Я знаю, что ты волнуешься, но все будет в порядке, правда. Со мной и с ребенком. Я счастлива, когда работаю, понимаешь? Я буду себя беречь, обещаю. Ладно. Я вечером заеду в школу. Вместе поедем к врачу. Учителем Александра Македонского был знаменитый философ Аристотель. Кстати, именно он привил юному Александру любовь к мудрости и наукам. Но
Александра больше интересовало военное дело. Именно поэтому я сейчас попрошу вас письменно перечислить страны, которые завоевал Александр Македонский. Сережа, Рит, помогите мне, пожалуйста, раздать тетради. Как дела, солнце? Ты хорошо доехала? Да, все хорошо. У меня сейчас урок, я тебе на перемене перезвоню, ладно? Ладно. Только не забудь. Целую. Давай целую. Угу. Здравствуй, Антон. Николай Александрович, а разве мы договаривались? Ты не отвечаешь на звонки, письма, а дело срочное. Вот я и решил. Ну, конечно. В чем разговор? Подростки редко говорят со взрослыми о своих проблемах. Вот родители и думают, что у детей все хорошо, а потом удивляются, когда возникают конфликты. Угу. Да, я тоже прошу своих ребят, чтобы они не скрывали, если их что-то волнует. Вот именно поэтому я и хочу провести открытый урок по психологии, чтобы дети пришли вместе со своими родителями и просто поговорили. Нет, прости. Да, любимый. Как дела, солнце? Что делаешь? Обедаю с Томой. Я же тебе говорила, когда шла на обед. Да. Прости. Прости, совсем забыл. Я уже соскучился. Я тоже очень скучаю. Но мы же с тобой совсем скоро увидимся. Вот уже через 2 часа. Да, считаю минуты. Ладно. До встречи, солнце. Давай, целую. И часто тебе Антон вот так вот звонит? Ну да. А что? Тебе не кажется это немного чересчур? Он же тебя контролирует. Он может сам этого не осознавать, но на самом деле... А тебе не кажется, что у тебя уже профдеформация? И ты ищешь проблему там, где ее на самом деле нет. Мы с Антоном очень любим друг друга, и мы действительно скучаем, даже если ненадолго расстаемся. Так что... Все просто? Хорошо, как скажешь. Теперь, мамочка, в вашей жизни наступает новый период. Думать нужно не только о себе, но и о будущем ребенке. Здоровое питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и никаких волнений. Спасибо. Я сам знаю, как о ней позаботиться. Спасибо, Ирина Николаевна. Мы все обязательно учтем. Ой! Осторожнее, девушка. Спасибо большое. Какой же хороший сегодня день, правда? Правда. Даже не хочется, чтобы он заканчивался. Давай. А еще мои дети сегодня меня порадовали на уроке. Я волновалась, что они все забудут за мой отпуск, но нет. Все помнят. Илья Григорьевич, наш директор, их сегодня очень хвалил. Подожди. Волновалась? Но тебе нельзя волноваться. Антон, ты серьезно? Ты же так образно. Серьезней не бывает. Я не хочу так рисковать. Так, все, завтра же увольняйся. Антон, мы сегодня утром с тобой об этом поговорили. Я хочу работать и могу оставаться в школе до декрета. Мне вот интересно, что тебя так тянет в эту школу? Или, может быть, кто? Директор? Или я как-то... Ты что? Ты что, ревнуешь? Он же мне в отцы годится. Послушай, ну правда, у тебя нет повода для волнений. Алена... Больше в школе ты работать не будешь. Теперь твоя работа заботится обо мне и о нашем ребенке. Тебе понятно? Да что с тобой происходит? Извини, просто я переживаю. Хорошо, если для тебя важна так эта работа, давай подумаем, как сделать так, чтобы она не отнимала у тебя столько сил. Давай.
Доброе утро. Доброе утро. Аленочка, я вчера совершенно случайно услышала ваш разговор с Антоном. Доченька, послушай меня. Антон, он иногда ведет себя авторитарно. Он так привык. Да. Слово его отца в нашем доме всегда было законом. Вот он тоже так пытается строить свою семью. Я думаю, тебе нужно просто это принять. Зинаида Васильевна, спасибо большое, но мы с Антоном сами разберемся. Но это все-таки наша с ним семья. Ну, конечно. Я совершенно не хочу вмешиваться в ваши отношения. Но я со своим мужем прожила 33 года. Я просто хотела тебе подсказать. Доброе утро! Сегодня очень красивая. Мама. Здравствуй, сынок. Так, мам, нам пора подумать, какую комнату выделить под детскую. Ах, да. Действительно. Так мы с Аленой этим займемся, да, Ален? Угу. У меня есть кое-какие идеи. Отлично. О, спасибо. Любимый, я подумала, если для тебя это так важно, я уйду с работы. Посижу дома до рождения малыша, а потом декрет, а там видно будет. Спасибо, солнце. Я тебя так люблю. И я тебя. Не хотелось расставаться с вами, Лена Дмитриевна. Учитель, вы прекрасный. И это большая удача работать человеком, который так любит то, что делает. Но я вас понимаю и поздравляю от всего коллектива. Спасибо. Спасибо вам большое за теплые слова. Я буду по вам очень скучать. Можно тебя? Ну ты вот скажи мне. Ну ты что, правда решила запереть себя дома? Ну ладно, бы, если бы чувствовала себя плохо. Но ведь сама говорила, беременность легко протекает. Том, мой муж хочет, чтобы я была дома. А я хочу, чтобы мой муж был счастлив. Угу. Так, нам две паэльи маринара. Угу. Средиземноморский салат на двоих. И мне мюскаде бокальчик. А мне что-то безалкогольное. Могу рекомендовать вам наш фирменный напиток. Микс натуральных ягодных соков с лаймом и мятой. Супер, это подойдет. Отличный выбор. Спасибо. Ты чего на меня так смотришь? Наверное, потому что ты даешь повод. Не понимаю. Ты о чем? Не прикидывайся. Глазки она официанту строит. Ты хоть бы меня постеснялась. Серьезно? Она красилась. Накрасилась для кого? Ты думаешь, я такой дурак? Не вижу, как все на тебя смотрят. Ты же этого добивалась. А платье это, декольте, ты так на работу ходишь, да? Я заехала домой переодеться, чтобы пойти с тобой в ресторан. Я хотела быть красивой для тебя. А ты почему ничего не ешь? У тебя нет аппетита? Ты плохо себя чувствуешь, да? Слабость? Что врач говорит, когда малыш должен родиться? Мамулечка, ну 100 вопросов в минуту. Я прекрасно себя чувствую. Просто ты наготовила на 10-рых. И я же только вчера тебе звонила и рассказывала, что сказал врач. И что до родов осталось всего 2 недели. Ну, ты же понимаешь, что я переживаю. Я понимаю. Надо. Не волнуйся, все хорошо, правда. Ты мне лучше расскажи, что тебе Варвара Владимировна сказала. Сказала, что
благодаря диете и активному образу жизни. У меня теперь сердце 40-летнее. Все показатели в норме, но такого давно не было. А все благодаря ему. Мы же гуляем 3 раза в день. Да, вот он мой активный образ жизни. Ой. Да, любимый. Да-да-да, я уже спускаюсь. А что, Антон не зайдет? Нет, мамулечка, у него сейчас сложный проект, много работы, и он... Все, я тебе завтра позвоню. Подожди, я же вам... Я же еще пирог испекла. Может быть, я вам с собой? Я уже собиралась ехать домой, просто не думала, что ты так рано вернешься. Мы договаривались, что к моему возвращению ты всегда должна быть дома. Я знаю, Антон, и я всегда тебя жду. Просто сегодня не успела. И я была на йоге. Но ты же сам хотел, чтобы я занималась йогой для беременных, чтобы роды не испортили фигуру. А потом я заехала к маме, и я и так ее редко вижу. А ужин я еще днем приготовила и попросила Светлану подогреть и подать к столу, если я вдруг не успею вернуться. Я ем только свежеприготовленную еду, и ты это знаешь! Выходи. Что? Выходи, я сказал! Ладно. Тебе это не понадобится. Ты что? Давай. Так. Я же беременна. Мне не нужна жена, которая обо мне не заботится. Я тебя на улице подобрал, здесь и оставайся. Вадим, у меня 3-й выкидыш за 1.5 года. Конечно, я очень хочу ребенка. Ты это прекрасно знаешь. Но не каждая женщина может родить. Что, если я никогда не смогу? Не переживай, все обязательно получится. Мы специально едем посоветоваться именно с твоим врачом. Ты видела? Там, похоже, что-то случилось. Вадим, это не наше дело. Снежан, человеку плохо, надо помочь. Давай мы просто вызовем скорую, полицию, а сами не будем вмешиваться, пожалуйста. Пульс есть, но очень слабый. Надо срочно в больницу, нет времени ждать. Она беременна. Вадим, ты юрист, ты же знаешь, если эта девушка умрет в нашей машине, могут возникнуть проблемы. Открывай дверь. А почему ты один? Ты же поехал за Аленой. Что-то случилось? Что? Да. Куда привезли? Еду. Спасибо, Ирина Николаевна. Антон! Не знаю. Руки просто опускаются. Сил никаких не осталось. Вы ведь знаете, я не из тех, кто легко сдается. Я понимаю, как вам тяжело. Но шансы есть. Вы молодые, здоровые, любите друг друга. У вас обязательно все получится. Я прошу прощения, пропусти. Да. Ну вот этого ты могла не говорить. У вас обязательно все получится. А что я должна была сказать? Откуда я знаю, как долго ты собираешься ломать эту комедию? Пока мой любимый муж не смирится с тем, что детей у нас не будет.
Извините. Сейчас, я на секунду. Скажите, как себя чувствует девушка, которую мы привезли? Только что родила мальчика. Добрый вечер. Кто муж Елены Баглай? Это я. Состояние вашей жены и ребенка удовлетворительное. Но роды были тяжелые, поэтому она еще очень слаба. Сегодня не стоит ее беспокоить. Приходите завтра. Да. Спасибо, доктор. Простите, это вы спасли мою жену? Спасибо. Спасибо вам большое. Я даже не представился. Это меня Антон Баглай зовут. Вадим Красовский, очень приятно. Это моя супруга Снежана. Приятно. Очень приятно. Антон Баглай, грузоперевозки, верно? Да, верно. У вас крупная компания, мы давно хотели с вами поработать. Юридическое бюро, ВНДС, мы с мужем партнера. Какое совпадение, я как раз ищу юристов по наследственному праву. У нас в компании просто они специализируются на корпоративном праве. Наследственные дела как раз наш профиль. Отлично, тогда мой секретарь назначит нам встречу. Любовь моя, как ты? Тут Светлана постаралась. И от мамы твоей. Блинчики с начинкой какой-то. Ты вроде как в детстве любила. С творогом. Да, да, с творогом. Она приедет, как только ее пустят. Пока просто никого не пускают, кроме меня. Как ты мог вышвырнуть меня на улицу? Беременную. Ты выбросил меня, как какой-то мусор. Ты злишься на меня. Я понимаю. Я виноват. Я сам себе простить не могу. И если бы с тобой, с вами что-нибудь случилось, я понимаю, меня это никак не оправдывает. Просто у меня сейчас очень сложный период, правда. Столько всего навалилось, и я не хотел тебе рассказывать, не хотел тебя волновать. Но один из партнеров отца хочет отобрать у меня компанию. Я не хотел, чтобы мои проблемы тебя как-нибудь коснулись. А вот как вышло. Прости. Прости меня, любовь моя. Я вернулся. Я вернулся практически сразу, через несколько минут, но тебя уже не было. А потом я чуть с ума не сошел, пока искал тебя, вас. Ты очень изменился в последнее время. Почему ты не сказал мне, что у тебя проблемы на работе? Не хотел, чтобы ты волновалась. Хотел, чтобы ты думала только о нас, о нашей семье. Я не такой себе представляла нашу семью. Мне не нравится то, что сейчас происходит. Добрый день. Смотрите, кто тут у нас. Как он?
Что врач сказал? Не волнуйтесь, мамочка. Неонатолог осмотрел вашего малыша. Все в пределах нормы. То, что он родился немного раньше срока, на его состояние никак не сказалось. Спасибо. Но он на меня похож. Алешка. Смотри. На меня похож. Правда? Прости. Прости, пожалуйста. Я клянусь. Клянусь, это больше никогда не повторится. Никогда. И я никогда не обижу тебя. И нашего ребенка. Снежана, Вадим, проходите, присаживайтесь. Спасибо. Я рад вас видеть. Простите, что так долго не выходил на связь, но дома малыш. Сами понимаете. Конечно. Конечно. Что вам предложить? Чай, кофе? Кофе черный, без сахара. Черный кофе без сахара. И вам? Мне спасибо, ничего не надо. И мне тоже черный кофе. Спасибо, Маш. Так, чтобы долго вас не задерживать, в этой папке копии всех документов, которые я хочу, чтобы вы посмотрели и составили свое мнение. Антон, приехала ваша жена с сыном. Они вас ждут у входа. Спасибо, Маш. Я Алене сказал о нашей встрече. Она специально приехала, чтобы лично поблагодарить за то, что вы для нее сделали. Здорово. Мы с удовольствием с ней встретимся. Да, конечно. Идемте. Идемте. Достань торт, пожалуйста. Спасибо. Вот, собственно, те самые Снежана и Вадим. Я даже не знаю, как вас благодарить. Правда, я все думала, и вот. У меня мама кондитер, она специально для вас испекла. Это так мило, спасибо. Спасибо вам. Если бы не вы, правда, вы очень мне нам помогли. Главное, что с вами и с ребенком все в порядке, это самая лучшая благодарность. Да, слушай, извините. А как вы его назвали? Алексей. Алексей. А да, я Алексеич. Какой у него взрослый взгляд. Да, он у нас парень серьезный. А он уже реагирует на ваш голос? Да. Представляете, я с ним разговариваю, он улыбается, и такое ощущение, что хочет ответить. Я читал, что в этом возрасте дети постоянно меняются. Наверное, это очень интересно за этим наблюдать, да? Еще как, я прям не перестаю удивляться. Еще вчера он только ел и спал, а сегодня уже вон за палец меня хватает. Ты поймешь, чем я говорю. То есть там... Ален! А? Прощайся, нам пора. Спасибо вам еще раз, до свидания. До свидания, садись. До встречи. Я жду вашего звонка относительно документов. Мы постараемся посмотреть все как можно быстрее. Будем на связи. До свидания. До свидания. До свидания. Поехали? Знакомство с Баглаем – это настоящая удача. Мы сможем отлично заработать. Я не понимаю, ты что, не рад? Не знаю. Как-то это все неправильно, что ли. Он как будто пытается нас отблагодарить за то, что мы помогли его жене. И в чем проблема? Да в том, что у меня чувство, что я получаю подарок, который не заслужил. Одно дело, когда с нами работают за наши профессиональные качества, а другое дело просто за то, что мы оказались в нужное время в нужном месте. Ты неисправимый идеалист.
Сколько выгодных клиентов мы из этого потеряли? Снежана, репутация важнее сиюминутной прибыли. Что-то случилось? Ты сегодня все время молчишь. Ты сегодня флиртовала с этим юристом. Специально? Что, прости? Я ведь просил тебя вести себя приличнее и не давать мне повода думать, что ты дешевая. Мы просто общались. Да ты же из кожи вон лезла, чтобы понравиться ему. Торт этот принесла. Тебя даже жена его рядом не смущала. Антон, ты с ума сошел? Учил меня отец. Хочешь, чтобы жена уважала? Покажи ей, что ты главный. А я дурак. По наивности думал, что тебе эта наука не нужна. Антон, пожалуйста, я прошу тебя, не надо. Я пытался быть с тобой помягче. Но ты не понимаешь хорошего отношения. Так дальше продолжаться не может. Я забираю Алешу и подаю на развод. На развод? Решила подать на развод. Ну давай. Только учти, что сын остается здесь. Со мной. Ты не посмеешь этого сделать. Я же кормлю. Ты не можешь лишить ребенка молока. А надо головой было думать, перед тем, как заикаться о разводе. Соображать нужно, что ты несешь. Парни, а зайдите-ка в детскую. Дома вам нужно будет повторить тему о падении Великой Римской империи и написать реферат. А на этом все. Урок окончен. До свидания. Я уже говорила. Ребенок находится по месту регистрации с отцом и с бабушкой. Это же вы ушли из дома, оставив грудного младенца. Чего же вы теперь хотите? А я, как директор департамента служб по правам детей, хочу вас предупредить, что мы полностью на стороне Антона Петровича. Именно вы поступили безответственно. Что же вы теперь хотите? Мой муж выгнал меня из дома и не дал мне... Я же вам уже объясняла. Он издевался надо мной. Бил. А теперь он не пускает меня к ребенку. Я 2 месяца не видела сына. Вы понимаете, что мой муж страшный человек? Что сыну просто опасно там находиться? Елена Дмитриевна, ваше заявление проверила полиция. И поверьте, вашему сыну ничего не угрожает. Вы пытаетесь свои семейные проблемы решить за счет него. Как вы можете? Вопрос проживания вашего сына будет решен на суде после развода. Но судебное заседание еще даже не назначено. Ничем не могу помочь. Ожидайте. Зинаида Васильевна, ну я уже 4-ю смесь пробую. Колики не проходят никак. Ничего нет лучше материнского молока. Я все сделаю сама.
А вы свое мнение, пожалуйста, держите при себе. Да? Ну все, все. Не плачь, мой маленький, я с тобой. Потом мы узнали, что отец завещал часть акций своему другу, коммерческому директору компании. Конечно же, мы не стали оспаривать последнюю волю отца, и таким образом Измайлов стал моим бизнес-партнером. Антон, как я уже говорил, мы ознакомились с документами. Все законно? Да, но возникли некоторые проблемы из-за передачи этих акций. А это все влияет на компанию. Понимаете, Измайлов стар. Он боится принимать смелые решения. Его действия откровенно вредят нашему бизнесу. Поэтому я предложил выкупить его долю в компании. Он заломил заведомо неподъемную цену, пошел на конфликт. Соответственно, возник вопрос, как я могу вернуть эти акции. Конечно же, исключительно в рамках закона. Только через суд. И вам придется представить очень веские аргументы, чтобы дело рассмотрели. Вадим, я считаю, что можно попробовать. Всегда можно доказать, что пожилой человек выжил из ума, и на этом основании отстранить его от управления компанией. Ну, или судьи тоже люди. Любой вопрос можно решить. Снежана, нет. Мы так не работаем. Это не наш метод. Мы найдем законный способ, как решить вашу проблему. А Измайлов никакими методами не брезгует. Он ведет переговоры за моей спиной о том, чтобы продать свою долю конкурентам. Он не имеет права так поступать. Почему? Существует запрет на продажу акций? Я этого не увидел. Нет, запрета нет, но приоритетное право на покупку акций Измайлова у меня и у моей матери. И если мы откажемся, то он может предложить другим покупателям, но не конкурентам же. Хорошо, если у вас есть доказательства, с этим уже можно работать. Да, я предоставлю документы. В последнее время все меня предают. Сначала друг отца, потом жена. Жена? Да, Алена бросила нас с сыном. Просто ушла. Столько женщин не могут родить ребенка, а она оставила собственного сына. Как же так? Ну, некоторые женщины... Им просто не нужна семья. Теперь предстоит тяжелый бракоразводный процесс. Я могу представлять ваши интересы, если хотите. Куда я только не обращалась, и... везде одно и то же. А вот и сегодня. И к дому подойти невозможно, чтобы Лёшу увидеть. Охрана сразу же выходит. Я не люблю эту фразу, но я тебе говорила. Нет, тут не плакать. Тут надо решать, что делать. Вот зачем Антон забрал ребенка? Некоторые мужчины действуют так, чтобы отомстить своим бывшим, а потом признают, что действовали на эмоциях, и мирно договариваются с ними о совместной опеке. Может, действительно стоит подождать? Мне сколько еще ждать? Ты не понимаешь, что он не пускает меня к сыну? Я вообще не знаю, что с ним там происходит. Я не знаю, чем они его кормят, я не знаю, кто им занимается. А если он на него тоже руку поднимает? Почему он опять орет? Ой, простите, я и так стараюсь.
Я вам плачу такие деньги, а вы ребенка не можете успокоить? Идите отсюда!